И главная новость на сегодня. Накануне глава Ирбита Николай Юдин представил губернатору Свердловской области Евгению Куйвышеву отчет о ходе выполнения поручений, данных главой региона в прошлом году по итогам рабочего визита в наш город. Как отметил Николай Вениаминович, по всем обозначенным направлениям в настоящее время работа уже завершена или ведется. Напомним, что в рамках поручений губернатора сегодня в Ирбите ведутся работы по строительству жилья, ремонту объектов культурного наследия и жилых домов на улице Пролетарской, капитальный ремонт на Александра Матросова, благоустройство общественных территорий, газификация жилого сектора, подготовка к строительству очистных сооружений нового детского сада и ледовой арены. Результаты реализации части этих проектов глава региона также приедет оценить лично. Рабочий визит Евгения Куйвышева в Ирбит запланирован на 11 сентября.